Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию две такие очаровательные статуэтки. Это у нас дети. Фарфор Испания Ладро. Не могу не восхищаться этими статуэтками. Нау Ладро и Ладро. Они очень завораживают, поверьте. Коллекционеры этих статуэток знают эту красоту. Так, ну и вот первый хочу представить такую девочку. Называется она «Девочка с букетиком». Это ручная роспись у нас. Вот такая, вот такое клеймо на Ладро. Вот такая девочка у нас в продаже. Это идет у нас на Ладро серия Валенсия. Вот такая вот очаровашка. Такая шляпка у нее большая. Очень красивая статуэтка. И такой вот у нее бант на плече. Посмотрите, какой у нее бантик красивый. Вот такой букет цветов у нее. Очаровательный. И девочка такая, видимо, под шляпкой кудряшки. Туфельки, носочки. Очень красиво исполнена эта статуэтка. Это у нас девочка с букетиком. Высота у нее 20 сантиметров. Испания, Валенсия. Год примерно 1998 выпуска. Так, далее мы видим статуэтку. Такая вот девочка. Она поднесла пальчик к губам. Называется она Нау Ладро Тише. Вот так вот она показывает, что тихо. Высота у нее 19 сантиметров. Тоже это у нас ручная роспись. Вот такое клеймо. Год это у нас идет 1988. Вот такая вот очаровательная девочка с куколкой. Продажа. Вот сегодня показала вашему вниманию две таких статуэтки на Ладро Испания у нас в продаже.